Новобуровский район, Саратовская область. Занимаемся пшеницей озимой, соей, кукурузой, подсолнечником. Площадь озимой пшеницы у нас 4000 гектар. Перезимовала очень даже она хорошо. Самое что ни на есть классика – паровое поле. Единственное, что здесь заложили опыт по рекомендации Сингента. Решили проверить теорию о том, что должна быть больше урожайность. Проверили, посмотрим теперь бункерный вес, что покажет. Обработки, да, Амистар Экстра у нас фунгицид здесь заложен, Эйфория инсектицид, Камара гербицид здесь. Давно работаем с Сингентой, нравится качество их продукции, реальный дает результат. Здесь я буду конкретно про Вайбранс могу сказать, да, то, что по нему эффект, допустим, чисто по вегетации, он не особо заметен. Но если берете лопатку, выкапываете, то вы прекрасно уже видите разницу между Вайбрансом и другими протравителями. То есть вся сила, она в корне, вот, энергия бешеная, корни развиваются очень сильно. И особенно это очень хорошо видно весной. Вот когда пшеница стала хай-холст, ты начинаешь понимать, что здесь вот что-то как-то поинтереснее все выглядит. Коллеги, добрый день! Меня зовут Павлова Татьяна, я являюсь региональным полевым экспертом компании Сингента. Сорт озимой пшеницы «Раскишна» – предшественник поры даты сева 25 августа 2021 года. Протравитель «Вайбранс Интеграл» в норме 1,75 литра на тонну. Хозяйство сеет пшеницу с нормой высева 3,5 миллиона. Мы находимся с вами на опытном поле, где заложили норму высев в 2,5 миллиона. Проведя учеты продуктивного стеблестоя, мы установили количество продуктивных стеблей на варианте с нормой высева в 3,5 миллиона составило 7,4 миллиона штук на гектар. А на варианте с нормой высева в 2,5 миллиона 7,3 миллиона штук на гектар. Слева от меня это вариант с нормой высева в 2,5 миллиона. Справа от меня вариант с нормой высева в 3,5 миллиона. Мы видим, что на варианте с нормой высева в 2,5 миллиона растения более выровненные, соломина более мощная, колосьев гораздо больше. На варианте с нормой высева в 3 миллиона растения также хорошо развиты. Но количество колосков подгона гораздо больше, чем на варианте с нормой высева в 2,5 миллиона. Вайбранс Интеграл на обоих вариантах, благодаря входящим в него действующим веществам, защитил и корневую систему, и прикорневую зону от всех заболеваний. А теперь давайте посмотрим на колосья. Слева от меня вариант с нормой высева 2,5 миллиона, справа вариант с нормой высева 3,5 миллиона. Колосья гораздо больше на норме высева в 2,5 миллиона. Среднее количество зерен на варианте с нормой высева 2,5 миллиона составляет 45 штук. На варианте с нормой высева в 3,5 миллиона 35 штук. Таким образом, можно сделать вывод, что снижая норму высева на протравителе Vibrance Integral, который позволяет растению развивать более мощную корневую систему, мы получаем дополнительную площадь питания для каждого растения. При этом идет увеличение коэффициента кущения, образование большего количества колосков, большей размерности колоса. И вот из-за этого хочется вообще все сингентовское покупать.